Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусно грибочки шимеджи. Грибы разделяем и моем. В сковородку наливаем топленое сливочное масло, оливковое масло. Выкладываем грибы. Соль. Перец. Соевый соус. Белое вино. Жарим 10 минут на среднем огне, не забывая помешивать. Грибы получаются очень вкусными и хрустящими. Рекомендую попробовать. Желаю всем приятного аппетита и удачного дня. До новых встреч. Пока-пока.